Всем привет, дорогие ребята, почему канал сами ЗГТИ. Яго, что-то сейчас мы будем проверять, кто сильнее. И кто еще? Мега. Мы играем в Эдвард. Мега ими. Ну да. Мега. Ну или просто а где мега. Это? Здесь кирпичи. Кирпичи? А вот они. То, ты что, уже испугался? Ага. Так, Дениска у нас Денис, за зеленых, как... а Гучот за ютуберский цвет. О, понятно, тут Тима. В смысле ютуберский, ты дурак? Ну у него цвет оранжевый, тут это оранжевый цвет, это ютуберы. Все, я быстро строюсь. А желтый цвет, это как его, голды, как я. Ну вот да, конечно, прикупить там себе донат. Возможно, кстати, ребят, у меня тоже скоро будет донат, кое-каким честным способом, в кавычках. Вообще. Денис, как у тебя еще чеснок от чесноты не застрял? Я помню, как я, когда маленький был, нюхать чеснок любил. Наркоман. А, слышь, это, Дениска, помнишь, как я курил это чеснок? Да что? Ты что, наркоман, что ли? Нет, я что-то припоминаю. Чуть-чуть. Ой, он килаура! Я Дениса сломал. Чего? Ты меня не сломал, дурак. Я не сломал, дебил. Я так не играю. Против меня читер, он с килаурой. Он с килаурой. Денис, он меня через 4 блока бьет. Давай я отомщу за тебя. Это норма. А раньше Дима, знаешь, как, короче, Дима раньше брал кирку и покупал только нагрудник, короче, и бежал в раж. Это норма тоже. Здесь мне нравится, это норма. Здесь стоит удочка всего лишь 3 бронзы. Это верно. Да, и тем более просто для ПУП, не только для просто скидывания. Для ПУП а го потом Го потом по дворским. Окей. Выберем там, где 3 человека. Затащим на изи. Втроём будем в раж бежать и всех на изи затащим. Я там... лучше сначала затрою кровать нам. Нет, там лучше мы с Сегом будем бить, а Гачот будет ломать. Ну или как окей. Получится. Ну я говорю, или как... Или лучше я, как обычно, буду отстреливать. Я говорю, да, кстати, может быть Гачот лучник, а мы Сег ломает, я убиваю. Или наоборот. Во, так пойдет, мне как раз нужны кровати. Зачем? О, Денис, я тебе скажу... Вон, синих тебе строится. Я вижу. Гудшот, ты посмотри, как я одет, как Дениска одет. Я видел. У меня нагрудник самый лучший. Я за вами двоим слежу. Денис, делай вид, то, что ты закупаешься. Ага, ты мне вчера так посоветовал. Ну, ты же его вчера убил. А, точно. Потому что он думал, то, что ты просто АФК. То, что, типа, закупаешься, и ты его не видел. Ой, блин, Гудшот. Он строится, да? Он строится, я вижу. Да. Всё, я вот так вот нагинаюсь и через F5 вижу. Это, Гудшот, скажешь, когда это он будет по мне это, ну, чем-нибудь лупить? Кто будет? Ну вот этот, кому я строюсь. У него ник Омега. Это да, такое ты... это прикольное. Слышь, что-то. На флаг прыгай. Лучше на флаг прыгай. А то он тебя слить может. Это читак! Стоп! Тебя походу вот этот снял. Слышь, ты понимаешь, это он меня слил. Я тебе о чем и говорю, читал. Сейчас, короче, он купит блоки, я ему его солью. Давай колбасы ей захотелось. Комбо почти. Денис, отомсти за нас. Чёрт, так, конечно, я ему рожу начищу. Ага, меня слили, Денис. Он жесткий читер. Да посрать. Я его почти слил, ты видел ведь? Да, для этого момента, ребят, не знаю, здесь его строго нет, но для этого момента у меня есть Хузуни, правда. Тебя кикнет. Разве? Ну я для этого. Тут античит ну, хороший. Против читеров юзну. Так его же. Так тут прыгает. Это хороший античит. Все, он сейчас прыгнет. Все, а какой фиг тогда еще красным не кикнули? Да, кстати. Я почти скинул. Ну смотря какой чит. Вот может у него обходной чит. Это может, античит. У него приватный. Во-во. Все, Дениски ГГ. За деньги, может быть, купил. Ага, ГГ, где я мороженое чищу? А серьезно? Куда он строится? Он на флаг простроился, придурок. Вообще-то нет. Я ему в дом, придурок. Ты посмотри наверх, аутист. А чё, аутист? Я на него придурком взялись. Он что-то в другую команду попёр. Ой, дебил. А, они ж тима, иди ломать. Иди ломай, они тима ведь. Дурачок. Я в чате пиздец. Денис, быстрее, он тебя бьёт. Ага, бьёт, я уже столкну удочкой. Да, бутерброд, блин. Бутерброд. Всё, у Дениски не... Он не Дениска, а бутерброд. Точно, МСГ, да блин, не КМСГ, МСГ. Упади нахрен, и сдохни,
сдохни. Он ТП, тут Тим. Он сейчас пробежит и голожопиком будет меня долбить. Так, ой-ой. А помнишь, Тим, мы в Бэдварс играем, он такой, да он меня в жопу долбит. Да иди ломай, блин, в жопу его. Денис. Он сейчас салкнет в жопу. Да я не к тебе, а к другому. Напиши репорт, а, насчет красного. А, точно, как его ник? Спасибо, Диман. А, на А. Все, я убил. Абуэлла Хан. Ребят, Амалон. Так. Вот причина 1.6. Ребят, я как бы это кровать ему сломал, ничего так. Все. Я ему как бы кровать сломал, ничего, ребят. Тебе кровать снесли? Я ему сломал. Я сейчас с каким-то красным. Абалай Хэн какой-то. Ой, все, Дениска изи. Он читер. Денис, сейчас ты, возможно, выиграешь. Потому что мы не Ты думаешь, Дениска такого уровня, как я в ПВП, если я чувака Ах, его... Ах ты ж, Сэк, хвостон маленький. Ну вот смотри, сейчас Дениски ГГ. Ну, а на миду кто-то был? И сейчас такой Дениска. Охренеть, хакер. Там золото. И сейчас такой Дениска. Слышь, там золото, посмотри сколько. Тихо. Слышь, Дима, посмотри сколько золота. Сейчас дам. Ой, все, сейчас минус золото. Еще такой стек, знаешь, такой стек сейчас. Дениска читер. Не, слышь, что-то еще мало. Минус золото. В смысле Денис, золото? Минус Дениска. Там баран. Тут красный. Тут красный баран. Он без антикнокбека? Анти. О, все, у него 8 золота. И Дениске капсда. Не-не, пошел отсюда. Стой, сейчас протестим. Есть у него? Да, у него. А у него нету. Вот, смотри, он отталкивается. Сейчас, подожди, Денис. Прямой контакт. Денис Кикомс, да. Нет, я его слил! Беги, давай быстрее, иди ломай! Да ломай, иди! Где у него, там он? Да, через меня беги! Посмотри, беги, он не скупился. Если он закупится, мне GG. Тебе долго бежать. Вы бараны! Ну чё, посмотри, как ему долго бежать. Так. У него вообще кровать не застроена. Застройся! Я не знаю, что мне делать. Я куплю замуж на грудь, на всякий случай. Ты не сходи уже на него. Все, ран. Я бы тебе сказал, рифма, один раз не... Тогда, помнишь, ты начал чеканить у магазина? Бум, через себя. Мы когда с ним гуляли, он, короче, в магазин начал чеканить, и, короче, в стекло попал. Нет, я не про это, когда я вычаню. Когда он чеканил, короче, это, хренак в машину прям попал, помнишь? Дениска, тебе смонтируют видеоролик? Денис, я тоже не про это. Я не против. Как раз Денис тоже не про это. С моим интро я будет. Я про то, что помнишь, когда я его через себя пнул, он у меня кое-куда улетел. Я за ним побежал. Еду в магазин Гуччи Санкт-Петербург. Тихо. Она жрет мой хуй, как будто это бургер. Сейчас, если наблюдать, то можно вот эту песню петь. Еду в магазин Гуччи Санкт-Петербург. Нет, ты неправильно говоришь. Не знает, что делать, потому что он сосиска. Знаешь, против читака дерется, потому что лицо ему ломать, чего? Кровать ломать. Чего? Чего? Все, победа. ГГ. Иди гадко, всем пока. Сейчас, читак. Читаук.